Салат с куриной печенью. Сыр нарежьте небольшими кубиками и присыпьте прованскими травами. Отварную свеклу нарежьте слайсами с помощью овощерезки. Почистите гранат. Соедините в глубокой посуде оливковое масло, прованские травы, соль, перец и тщательно перемешайте. На плоское блюдо выложите тонким слоем слайсы из свеклы и полейте заправкой. На растительном масле обжарьте кусочки печени до золотистой корочки. На свеклу выложите подушку из зелени. Следом в свободном порядке выложите кубики сыра, куриную печень, кедровые орешки и зерна граната. Хорошо полейте заправкой и бальзамическим кремом.